Включил? Так, все. Ага. Рассказывай, что мы делаем. Сейчас мы будем с помощью биолокационной рамки определять энергетический потенциал воды данного водоема для выявления энергетических источников природных. Если рамку будет отбрасывать на значительном расстоянии, значит заряд большой. Угу, отлично. Ну да. Достаточно мощный заряд в воде. Вот больше 50 сантиметров радиус энергетический. То есть можно рассматривать эту воду как энергетически заряженную, природную. Но мы должны проверить еще другие водоемы. Что нам это дает? Это нам дает то, что если вода в природном водоеме обладает значительным энергетическим зарядом, во-первых, она в любом случае целебной является в каком-то смысле. Ну, во-вторых, вода таких темных водоемов, как вот это, она вся иньская. То есть она как бы мягкая, для волос очень полезна. Для людей, у которых в гороскопе Венера сильно аспектирована, для этих людей она очень полезна. И во-вторых, тут могут обитать природные сущности, как бы духи природные, типа русалок, иньские, женского типа, но не мужского. Кому здесь лучше купаться в этом озере, женщинам или мужчинам? Мужчинам, потому что, к сожалению, они как бы вот аналогию не выдерживают. То есть они могут даже женщин за ноги утащить в озеро. А мужчин они любят очень сильно. То есть мужчинам вот надо, не могу сказать, но парадокс состоит в этом.